Ну вот, все-таки пытается Кики сделать свою игру более острой. Не получается избежать ошибки в такой ситуации. И впереди впервые в концовке этого гейма Каролина. Попадает. Здорово. Мишка, получается, да, этот удар. Взять четвертый гейм подряд на старте этого матча. Здорово. Очень, да, очень хорошо играет. А Каролина, вот как раз то, чем не может пока похвастать Бертенс. Если Плишкова начинает играть близко к боковым линиям, то Кики просто действует в обороне, отвечает по центру корта. И постоянно приходится ей именно в защите находиться. Ну а Плишкова здорово контратаковала и тем самым перехватила инициативу. Вот и подача у Бертенс тоже проходит. Подача на вылет. 15-0. Приходит потихонечку в себя Кики Бертенс. Вот уже хорошая серия атакующих ударов. И знатно она погоняла соперницу. 30-15. Находилась Плишкова, не удалось, поставив ногу на грунт, остановиться. Скользила, ну и удар смазал. Такое часто бывает. 40-15. Мы уже и у Каролины в этом матче не первый раз вот именно удар такой, подобного плана.